Живая музыка, солнце, воздушные шары, мороженое, прохладительные напитки и приятные ожидания. Около мира, конечно же, киноманы, которые одновременно верят в удачу. Очередной розыгрыш акции «Купи билет, выиграй планшет» приурочили ко Дню независимости. А для придания статусности мероприятия пригласили медийных личностей. Актриса Светлана Суховей, сама мазырянка, с теплотой вспоминала и юность, и Мозырь. Я благодарна судьбе за то, что есть в моей жизни воспоминания о кино, связанные с этим прекрасным городом, который я очень люблю, который я очень ценю. Я очень желаю всем жителям города процветания, здоровья, малышам хорошего настроения, хорошего лета. Актриса Вера Полякова вторила своей подруге, раздавала комплименты и параду, и мазырянам. Вы большие молодцы, у вас был замечательный парад, вы порадовали нас своим парадом и шествием, и вы действительно достойно провели празднование этого праздника. Много раз была на параде в Минске. Хочу сказать, что ваш парад ничем не хуже, а может даже и лучше. Потому что он искренний, потому что настоящий, потому что я видела, что участвует в нем практически весь город. Будьте счастливы, будьте здоровы, пускай всегда над нашей Беларусью будет мирное небо. А уже через несколько минут актриса вершила судьбу планшета. Вернее, искала ему хозяина из числа мозырских киноманов. Есть билетик? Так, есть у нас билетик. Так, читаем. Читаем. Ларина Екатерина. Ларина Екатерина присутствует. Добрый день, Екатерина. Вас беспокоит кинотеатр «Мир» города Мозыря и актриса Вера Полякова из Минска. Мы только что разыграли планшет, и вы стали победителем. Поэтому очень вас ждем у кинотеатра «Мир», чтобы вы забрали ваш заслуженный приз, как настоящий киноман. Екатерина Ларина свой неожиданный подарок заберет на днях. А подарком для всех стало открытие фонтана. В этот аномально жаркий день он был более чем кстати. Оценили и те, кто постарше, и, конечно же, малыши. На мероприятии кинотеатра не было пафоса. Зато было много музыкальных пауз. Пели, танцевали, подпевали и потанцовывали. А после отправились общаться с актрисами и смотреть кино. Кстати, еще один розыгрыш проведут к Новому году. Подарок пока держат в секрете. Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».